Здравствуйте, мы семья Бобровых. Жили в городской области, переехали в Московскую область. Жили на съемной квартире больше 1,5 года. Сейчас взяли дом в ипотеку, потихоньку выплачиваем. У меня 5 детей, я мать-одиночка. Воспитываю их одна. Так, отец нас бросил, мать-детей. Родителей у меня нету. Вот. Как бы так. Вот это сын Даня, который собирается в школу. Это сын Мартин. Это сын Захар. Никита у нас сейчас в школе. Да. Вот, потом мы такая, как вам сказать, потихонечку убираемся со двора. Дело очень много. Во всем это дочка Марьяна тоже, которая собирается в школу. Они учатся у меня во вторую смену. Вот. Это вот наша кухня. Пока. Тоже у нас не плиты. Взяли пока миссии в этом какева. Буду на плитке такое готовим. Вот. Надо всего надо понемножечку. Потихонечку. Кто люди, кто диван надо, кто что. И вот потихоньку обустраиваемся. Все с Божьей помощью. Вот. Даня у меня очень большой помощник, он всем помогает. Все, я это как его двор убирал. Здесь обустраивали двор. Траву. Все это было. В таком неплохом плачевном виде все потихонечку у меня сын сделал. Сначала я делал. Вот здесь все того убивал. Вот это все с руками. Помогать надо. С этой стороны тоже. Короче, вот этот того убивал, мусор подбивал. Ну, короче говоря, помогал. Сейчас.